Здравствуйте, с вами вновь Александр. И зрители моего канала наверняка заметили, что у меня на канале представлены коляски среднего ценового диапазона и ниже. И наконец ко мне в руки попали две очень интересные коляски с премиум сегмента. Это Mima Xarim и Cybex Prime Lux. Вот перед вами Cybex Prime Lux. Это произведение искусства, скажем так. В двух словах немножко о ее технических характеристиках. Коляска предназначена детям с рождения до 4 лет, и вес ребенка максимально не должен превышать 17 кг. Вот. Обзор начну я непосредственно с с люльки, потому что наверняка пользоваться вы начнете ей первой. И сразу охватим шасси. Начнем, как обычно, сверху вниз. Хочу отметить сразу ручку. Ручка очень удобная, у нее очень удобный хват. Она обтянута наверняка, это эко-кожа с хорошей красивой прострочкой изнутри, которая дает более такой уверенный хват. Мне очень нравится, как она держится. Также здесь есть интересная фишка. Вот такая вот ручка, вы одеваете ее на кисть, и благодаря этому она у вас случайно там на дорогу не выкатится. Вы в любой момент ее такой, знаете, типа автостоп. Интересная фишка, мне нравится. По поводу регулировки ручки, здесь грамотная система, на взгляд, установлена. Это телескопическая. Телескопическая регулировка по высоте ручки. Нажимаем вот кнопочку и вытаскиваем ее из шасси. Почему, на мой взгляд, это грамотно? Когда высокий человек и такая система установлена регулировки ручки по высоте, вы ее отодвинули, тем самым стали дальше от самого шасси, и при прогулке вы не цепляетесь ногами. На мой взгляд, это здорово. Вот. Что касается люльки. Люлька здесь, она реально большая. Она красивая, большая. Люлька. Сейчас я покажу вам непосредственно ее размеры. Так, чтобы нам ее измерить, нам нужно сначала убрать накидочку. Накидочка здесь, она крепится, кстати, сразу о накидочке расскажу. Крепится здесь на кнопочках, не на липучках. Липучки со временем портятся, кнопочки нет. Поэтому это более надежный вариант. И когда вы ее здесь установите, сразу покажу, образуется, вот видите, здесь все настолько плотно и хорошо сидит, что здесь, ну, никак ничего не поддует туда внутрь ребенку. Здесь продумано все очень грамотно, на мой взгляд. Вот видите, как все четко, хорошо закрыто. И также и здесь все на кнопочках закрыли, все, и зазоров ничего, все плотненько, очень четко сидит. Но для того, чтобы померить, нам нужно это снять. Сейчас я уберу. Все, пока вот так в сторону уберем. Вот. Внутреннее пространство. В длину она у нас 76 сантиметров. Это очень хороший показатель. И в ширину здесь 31 сантиметр. На мой взгляд, это очень хорошая ширина люльки. Такой достаточно большой запас для зимних вещей, конвертов. Высоту, кстати, она тоже очень глубокая. 20. Если по матрасу мерить, 20-21,5 сантиметр. Тоже очень даже неплохой показатель. Внутренность, она выполнена с очень тоже приятной тактильно ткани. Очень гладенькая такая ткань, приятно ее трогать очень сильно. И матрасик здесь внутри есть тоже толщиной где-то, ну, наверное, 3,5-4 сантиметра. Вот. Вам его видно прекрасно. Он достаточно упругий, он не как
тряпка, там весь мягкий, хорошая плотность у него. И дно, кстати, в люльке, оно тоже деревянное, поэтому тоже это здорово. Так, это что касается внутренней части люльки. Что касается козырька. Козырек в этой коляске тоже не подвел. Козырек здесь хороший, большой. По поводу ткани я уже говорил. Ткань в коляске очень крутая, очень тактильно приятная, напоминает джинсу. Такой же используется и на козырьке. По глубине, вот вам прекрасно видно, какой он. Ну и есть еще одна фишечка. Здесь есть замочек. Открываем его, и происходит следующее. Закрывается он еще дальше. Это в люльках не часто встречается, чтобы сам козырек еще сдвигался. Обычно дополнительный отсек маленький выдвигается. Вот. И после чего у нас появляется вот такое маленькое окошечко, в которое можно увидеть ребенка. Вот. Что касается внешней части люльки, здесь нижняя часть черного цвета, здесь логотип у нас, ну, собственно, все. Что касается люльки, единственный момент, когда мы ее снимаем, снимается она с помощью вот двух кнопочек по краям, вот, перенести люльку можно непосредственно вот за этот бампер. Очень даже удобно. Еще здесь на дне люльки есть очень высокие ножки, на которые можно спокойно поставить ее на землю, и она не будет пачкаться. Теперь рассмотрим шасси коляски более внимательно. Сейчас я покажу, как она складывается. Чтобы ее сложить, для этого здесь все очень грамотно сделано. Кнопка, сверху рычажок, оттягиваем его в левую сторону, нажимаем на кнопку, ручка опускается вниз, которая в свою очередь нажимает здесь две нужные кнопочки. Вот. После чего мы услышим характерный щелчок и тянем ручку наверх. Все, шасси сложилось. Видите, оно компактное достаточно получается и много места не занимает. Чтобы разложить, все просто. Происходит это таким образом. Вытаскиваем ручку и устанавливаем на нее уже другой блок. Кстати, давайте сразу же посмотрим на ее багажник. Багажник в коляске используется на самом деле большой. Визуально, на первый взгляд, он не кажется особо большим, но очень простым движением здесь сзади откидывается крышечка, и получаем реально большой глубокий багажник. Сюда можно положить что угодно. Пойдете в магазин за продуктами, можете даже не брать с собой тележку для продуктов. Ну а сейчас с вами рассмотрим прогулочный блок этой коляски Cybex Prime Lux. Что из себя представляет прогулочный блок? Прогулочный блок здесь большой. Сразу видно, по нему он крупный. Поэтому достаточно крупные дети поместятся здесь без проблем. В первую очередь я хочу отметить козырек. Козырек здесь что в люльке, что в прогулочном блоке, он большой. Вот он в обычном режиме. И так же, как в люльке, здесь есть возможность, расстегнув замочек, увеличить козырек еще на одну секцию. И после чего здесь откроется доступ к смотровому окошку с пленкой, чтобы мы смотрели за ребенком при прогулке. Закрыли обратно. Все, теперь все как обычно. Вот. Что касается безопасности в прогулочном блоке, здесь стандартная система. Это у нас пятиточные ремни, используемые классические, с мягкими накладками на плечевую зону ребенка. И, что я считаю очень важным, с мягкой накладкой на паховую зону ребенка. И также классический бампер. Бампер, кстати, здесь тоже обтянут эко-кожей с хорошей ровной четкой прострочкой изнутри. Следующее. Внутри используется достаточно такой мягкий, достаточно толстый матрасик, поэтому мягкости ребенку здесь не занимать. Будет мягко и хорошо, комфортно. Подножка здесь длинная,
Вот эта часть выполнена из такой прорезиненной, что ли, да, прорезиненный материал, чтобы вы могли легко это все почистить, помыть. Она, кстати, регулируется тоже классическим способом. По краям здесь кнопочки, нажимаем, регулируем. Чтобы поднять, нажимать не нужно, а вот опустить, к сожалению, придется нажать. Регулировка спинки здесь выглядит следующим образом. На обратной стороне здесь, покажу вам, есть ручка. Здесь отверстие в ткани, просовываем, и там мы видим хромированную ручку. Здесь, видите, вот премиальность чувствуется даже здесь. Здесь реально красивая, четкая хромированная ручка, очень удобная. Мы ее оттягиваем и регулируем наклон. И если обратите внимание, то здесь не используется гамачная система, а здесь полностью горизонтальное положение. Лично мое мнение, мне вот так больше нравится, чем гамак. Хотя мнение иногда расходится с другими людьми. Вот. Козырек таким образом, если не выдвинута половинка, еще одна, закрывает ребенка не сильно. Солнышко. Взяли, закрыли еще посильнее. По-моему, блок выполнен идеально, на мой личный взгляд. Я придраться, к сожалению, к этой коляске не могу. Пока что еще ни к чему. Вот. И в этой коляске используется система реверсивного блока в Prium Lux. Все тоже очень просто. По краям две кнопочки. Нажимаем. Перекинули ее в обратную сторону. Все. Пока ребенок совсем маленький, можете перекинуть, и чтобы ребенок на мир смотрел через маму. Это тоже очень важно. Здесь есть такая возможность. Вот. Это, в принципе, все, что касается прогулочной части и коляски в целом. Вот. И еще я хочу вам показать, как сюда можно установить автолюльку компании Cybox. Модель называется Cloud Q. Это одна из лучших люлек в компании Cybox. Адаптеры для этой люльки в комплекте есть. Поэтому сейчас я вам покажу, как она сюда устанавливается. Для этого нам нужно снять блок. Я уже показывал, как это делается. Убираем его в стороночку. В комплектацию входят вот такие вот адаптеры, которые легко устанавливаются буквально одним щелчком. Раз, раз. И на них мы устанавливаем люльку. Автолюлька — это компании Cybox тоже. Модель называется Cloud Q. Это очень неплохая автолюлька. Я даже назвал, не слабо сказано, очень неплохая. Это одна из лучших, одна из самых лучших люлек, на мой взгляд. Это серия Platinum у компании Cybox. Эта люлька заработала очень хорошие оценки по безопасности в краш-тестах. Можете зайти там, например, на dac.de и убедиться в этом сами. Вот. Здесь использованы все самые современные технологии по безопасности. Также здесь есть система, которая LSP называется, систем у компании Cybox. Это выдвижные накладки, которые при боковом ДТП хорошо гасят энергию удара. Для этого же здесь есть и подголовник, и анатомическая вставка под спинку ребенка. Вот, в общем, в плане безопасности здесь все очень хорошо. Используется также здесь очень хорошая ткань. Есть козырек. Козырек, вот, он достаточно тоже глубокий. Вот, и ребенок в этой люльке чувствует себя будет стопроцентно очень хорошо, и родители будут себя чувствовать спокойно, потому что этой коляске, этой люльке можно доверять ребенка. Вот, и эта люлька подходит на шасси от Prium Lux. Адаптеры мы уже установили. В люльке есть специальная ниша. Следующим движением устанавливаем. Все, щелчок был, все, можно ездить. И таким образом можно передвигаться с автолюлькой и этой коляской. Все, собственно, и все. Кстати, еще один момент, пока не упустил, по поводу шасси.
есть интересные фишки у этой модели. Во-первых, сразу скажу про колеса. Колеса в Россию поставляются коляски с двумя видами колес. Это более внедорожные колеса и более городская версия колес. И здесь установлена более внедорожная версия колес. Колеса внутри полые, их подкачивать не нужно. Они сразу уже идут накачанные так, как нужно. Проколоть их, кстати, очень тяжело будет, я думаю. Резина здесь очень такая плотная. И как и везде, колеса передние легко блокируются. Чтобы там неровность преодолеть, заблокировали, проехали. И фишечка, которая реально я нигде не встречал. Часто бывает, нужно там по лестнице подняться, и вопрос, как же эту коляску там тащить, еще что-то. Здесь производитель придумал интересную фишечку. Пару кнопочек нажимаем, после чего мы... Сейчас, секундочку. Вот, что происходит. Вы видите, мы можем ее тянуть за собой, как тачку. Поэтому вот таким образом можно заехать на лестницу. Это будет, на мой взгляд, достаточно удобно. Вот видите, просто нужно чуть крепче держать и сможете заехать куда нужно. Чтобы обратно поставить, все, больше ничего не нужно. И система тормоза в коляске используется моя любимая. Нажали на кнопочку, заблокировали. Сверху туда же нажали, разблокировали. Ковырять обратной стороной обуви ничего не нужно. Так, это в принципе все, что я хотел вам рассказать про эту коляску. И небольшой итог. Я уже во время видео упомянул, что я не знаю, к чему придраться в этой коляске. Мне она нравится от и до. Плавность хода у нее отличная. Сделана она идеально. Здесь каждый болтик, каждая кнопочка, здесь все очень идеально подогнано. Все сделано реально, как должно быть в премиум-сегменте. И коляска, извините, конечно, тоже не дешевая. Она стоит достаточно дорого по сравнению там с другими ее конкурентами. Ну, хотя и не дороже остальных самых таких интересных колясок на рынке. Такая премиальная хорошая цена. Вот. По поводу минусов я не знаю, что добавить. Только цена. Единственное, что здесь может не понравиться, цена. И сколько людей, столько мнений, соответственно, столько и вкусов. Вот внешне, лично мне, коляска нравится очень стильная, я ее считаю. Она симпатичная. Кому-то, может быть, вот, дизайн не понравится. Тут, опять же, выбирать, как обычно, вам. Поэтому рекомендую пристально рассмотреть эту коляску, если вы ищете коляску в премиум-сегменте и соответствующую, на мой взгляд, всем требованиям, чтобы ребенку было комфортно и хорошо коляски, ну и плюс эксплуатация, чтобы для вас как родителей была удобная. По-моему, здесь все в этом плане сделано хорошо. Вот, собственно, все, что хотел вам рассказать, я рассказал. Вот, и хочу поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что предоставили эту коляску для нашего сегодняшнего обзора. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и удачи вам, всего вам доброго.